Стеклянный диффузор для распыления CO2 в аквариум. Диффузор для аквариумов объемом до 100 литров. Достаточно небольшой. Диаметр мембраны 1,5 сантиметра. Для аквариумов до 100 литров. Диффузор стеклянный. В комплекте идет с присоской. Присоска, конечно, самая простецкая, но какая есть. Перед использованием предварительно вымочить надо диффузор в воде, для того, чтобы он давал мелкий пузырек, чтобы мембрана качественно пропиталась водой и пузырь шел равномерно и мелко.